Салам, дорогие, с вами Рус. Наконец-то самые крупные платформы нашего любимого криптомира начинают просыпаться и запускать новые акции. И в сегодняшнем видео хотел бы вам рассказать о новом токен сейле, на котором в грядущем будущем будет происходить токен сейл от очень интересного проекта. Но перед тем, как мы начнем, я настоятельно советую вам подписаться на наш YouTube канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно наше новое видео. Также переходите в наш Telegram канал, здесь мы публикуем информацию о самых новых и сочных аэродромах, дропах, а также отчитываемся о своих результатах в тех проектах, в которых сами участвуем. И давайте будем приступать. Для того, чтобы начать свое взаимодействие с данной платформой, прежде всего нужно пройти процедуру регистрации, поэтому мы, попадая на главный сайт, нажимаем вот здесь фиолетовую кнопочку Get Started. Далее в данные поля вы вводите свои обычные данные, имя, фамилия, email, пароль и еще раз пароль, подтверждаете, что вы человек, и в принципе на этом должно быть все. Далее вам на почту должно прийти письмо с ссылкой на регистрацию, что в принципе является обычной довольно-таки процедурой, но тем не менее. Вот такое письмецо приходит вам на почту, я скопирую просто отсюда ссылку и перенесу ее в другой браузер. И вот наконец-то наш аккаунт на CoinList уже готов к работе. Поскольку платформа CoinList уже довольно-таки давно существует на рынке, я советую вам ознакомиться с прошлыми акциями, которые были по монетам Mina и Flow, и сколько процентов можно было на них заработать. Поэтому мы сразу же переходим в новую акцию, которая здесь даже отмечена такой красной полосочкой, где написано регистрация на Cyber Connect Community Sale. Что также важно отметить, здесь есть большое количество разных ограничений, даже сейчас это видно. Также написано, что этот проект из себя представляет. Это какая-то Web3, децентрализованная социальная сеть, а также указаны страны, которые ограничены от участия в данной акции. Ну и безусловно указана дата начала продаж, которая является 18 мая, поэтому времени у вас предостаточно. Нажимаем на эту вкладочку, и у нас открывается очень красивый сайт от ребят, к слову говоря, запущенный на CoinList. Безусловно, вы здесь можете прочитать полное описание, что из себя представляет проект и что в нем будет еще включено. Большое количество различных особенностей, но для меня же интересно именно sale details, то бишь детали продаж, и здесь мы как раз можем понять, как мы будем получать эти монеты. Общее количество монет, выставленное на аллокации в рамках CoinList, равняется 3%, а стоимость одной монеты на преселе будет 1,8 доллара. Что также крайне важно знать и отметить, то что изначально вы получите 25% в момент окончания акции, и впоследствии будете получать оставшиеся монеты в течение 6 месяцев ежемесячно, начиная с 4 квартала 2023 года. То бишь, почему это важно? Прежде всего, это не быстрая скальпинг какая-то сделка, и даже не быстрая спот, сделка, это инвестиция. Вы заходите в проект на самом старте, и причем проект довольно-таки неплохой, получивший верификацию на CoinList, поэтому, как по мне, репутация у него бешеная. Но тем не менее, такое ожидание может стоить для вас денег, однако большинство проектов, которые запускаются на CoinList, дают какие-то сумасшедшие иксы. Тем не менее, что также важно понимать: минимальная покупка на 100 долларов, максимальная покупка на 500 долларов, а также в случае, если будет доступна дополнительная аллокация, то минимальная покупка опять же на 100 долларов и максимальная на 2000 долларов. И к оплате принимаются только USDC и USDT, поэтому советую вам заранее подготовиться. Безусловно, также важно ознакомиться с правилами именно того, кто может участвовать в данной акции. Как мы видим, исключены из данной акции Штаты, Канада, Китай, Корея. Безусловно, также советую ознакомиться со списком стран, где данная акция не работает, либо же со списком тех резидентств, для кого данная акция будет недоступна. Но поскольку в данные списки мы не попадаем, можем кликать регистрацию. Да, еще также забыл отметить очень важную штуку. Вот этот пункт с покупкой дополнительных токенов будет доступен только тем, кто выкупил максимальную аллокацию на 500 долларов. Поэтому, в принципе, те, кто хотели купить, и так купят, кто не хотел купить на 500 долларов, ну, сорямба. Вы и так не купили на максимум в доступном лимите. Тем не менее, нажимаем Register Now, и здесь мы попадаем на самый, наверное, сложный этап, где нужно будет пройти полностью верификацию. И здесь как раз написано, что вам для этого всего будет нужно. Прежде всего, вам нужна будет видеокамера, на которой вы себя будете фоткать. Также паспорт, либо же ID, выпущенное государством. Безусловно, оплата будет происходить только в следующих валютах, но, как мы почитали, опять же в токен сейле, то распространяется эта акция только на USDC и на USDT. Ну и также дедлайном для регистрации является 15 мая, о чем мы в принципе тоже знаем. Поэтому нажимаем Get Started. И теперь давайте будем потихонечку проходить регистрацию. Сейчас я параллельно с вами побегу по процессу регистрации, на самых сложных моментах постараюсь вам с чем-то помочь. Я только что ввел все свои данные, указал адрес своей прописки и так далее, и вот сейчас мне предлагают как раз вариант использовать мои документы для верификации. Здесь как раз представлено две основных опции. Вы можете получить код либо отсканировать
сканировав QR-код и перейти в процедуру уже верификации со своего телефона, либо же вы можете получить ссылку через SMS. Я все же продолжу QR-кодом, потому что мне так будет просто проще, но тем не менее прикольно знать, что есть еще и SMS-ки. И свою верификацию я успешно прошел, вот у меня параллельно и на телефоне, и на компе появилось спасибо, поэтому продолжаем далее, нажимаем продолжить. Видимо, как-то по-странному устроена система на сайте, я вроде верифицирован, но тем не менее, при нашем уроке продолжается, теперь нужно сделать двухфакторную аутентификацию. Я захожу в другое приложение. Если кому-то будет нужно, напишите в телегу, я вам скажу, каким приложением пользуюсь я, как по мне это самое удобное, что есть, поскольку я не видел больше аналогов, где можно привязывать так много разных аккаунтов на разных, например, биржах. Вводим код верификации, у меня он очень простой, надеюсь, у вас будет такой же простой. После этого были какие-то фразы, я не до конца понял, что это, но тем не менее, я их скопировал и вложил себе в диалог. И, к сожалению, мы упали в фазу ожидания, хоть мне и писало, что, в принципе, я уже готовый пользователь, что, в принципе, я все прошел, но, тем не менее, видимо, они хотят самостоятельно еще убедиться в том, что мои данные полностью читаемы, все правильно, нигде их не обманывают. Поэтому, в принципе, я готов подождать. Но, тем не менее, как опять же написано на сайте, данная процедура может занимать 7-10 дней, а также, как эта процедура будет пройдена, нас уведомят об этом. Собственно говоря, теперь нам остается только ждать. В принципе, как я понимаю, на этом будет уже все. После этого нужно будет внести деньги на свой кошелек на CoinList'е. Давайте тоже коротко покажу, как это делается. И, к сожалению, на кошелек я тоже деньги внести не могу. Я уверен, что там, в принципе, будет процедура обычная, классическая, как и на любой бирже, где вам будет представлен либо QR-код, либо адрес, который будет привязан лишь только к вам. В остальном, общий функционал платформы, я думаю, по нему можно будет записать как-нибудь отдельное видео, поскольку не все знают, что такое CoinList, хотя, опять же, как по мне, это одна из самых топовых платформ, на которой можно проводить ICO и IDO. Как только пройду верификацию и также наберусь еще новых знаний по платформе, обязательно выпущу новое видео, поэтому, ребятки, всем спасибо, кто досмотрел до конца. Надеюсь, так или иначе данное видео было для вас полезным. Обязательно ставьте лайк, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Касаемо самой акции, я вам настоятельно рекомендую, во-первых, в ней участвовать, а во-вторых, начать принимать участие уже сейчас, поскольку так или иначе существует проверка QIS, которую надо будет обязательно пройти, если вы хотите на этой платформе торговать. И я бы на вашем месте делал это как можно раньше, потому что это может все затянуться, и уже времени не так много. Если посмотреть по календарю, то уже через 3 недели будет 15 число, когда, в принципе, токены уже должны будут начать распределяться. Не забывайте также про нашу телегу, о всех оперативных новостях касаемо CoinList, либо же каких-то новых обновлениях в рамках ICO, я буду писать там, если опять же что-то найду. А с вами был Рус и канал Бабки на Крипта, и самое главное, не теряйте свой кэш.